Фрайс Филм Групп представляет. Производство Шостак и Роснер. Фильм Боба Кина. В главной роли Патрик Берген. Затерянный мир. В фильме снимались Джейн Хейтмайер, Джулиан Кейси, Дэвид Нерман, Майкл Синельников, Грегориан Майнот Пейюр, Рассел Уэн и Джек Лэнждик. Сценарий Леопольд Сен-Пьер и Джин Лафлёр по мотивам романа Артура Конан Дойла. Режиссер Боб Кин. Монголия, 1934 год. Ни один человек на Земле не попадал в такое безвыходное положение. Я хочу поведать тому, кто найдет этот дневник, о череде событий, которые привели меня к катастрофе. Все началось с невероятного открытия, сделанного профессором Уайтом. Залегание относится к позднему триасовому периоду. Мейбл, в чем дело, друг? Это дурное место. Идем отсюда. Никогда тебя таким не видел. В каких мы только местах не побывали. В Африке, на Крокотау. Господи, ты только посмотри. В чем дело? Это страшное место. Ты нервничаешь из-за того, что твоя родина уже близко. Мы пойдем здесь. Мейпл, лучше не надо. Азбек? Этого не может быть. Господи. Это оно. Оно, если я не ошибаюсь, это как раз доказательство, которое мы с тобой ищем. Это рука дьявола, рука дьявола! Это яйцо, но не земноводных, и всего одно. Господи, оно теплое. Куэцакоатлус магнус. Гигантский птеродактиль. Азбек, мы вошли в историю. Господи. Азбек! Мейпл! Мейпл! Идем отсюда! Нет, брось ты свои суеверия. Самое время произнести тост. Да здравствует наука! За науку!
Все лондонское зоологическое общество со своими окаменелостями пусть собирается к черту. Мейпл. Мейпл. Да, Азбек? Живые эудиморфодонты. Боже, они прекрасны. Азбек. Азбек. Нет, Азбек. Не Азбек. Что происходит? Брат Майер. Сестра Азбека. Джина. Мы встречать вас с профессором. Профессор Челленджер. Вы, он, хорошие друзья. Где он? Где Челленджер? Позовите его. Профессор скоро придет. Сходи за профессором. Азбек. Я должен лежать. Как он? Он зовет вас профессор Челленджер. Он скоро умирать. Спросите про нашего брата. Вы ведь нам поможете? Его не нашли. Сейчас. Челленджер? Он хочет, чтобы вы сначала взглянуть на это. Уайт? Уайт это нарисовал. Это скала, где были Уайт и наш брат. Должно быть, ты знаешь, где это? Да? Да? Сможешь отвезти туда? Да. Нет. Джина терять двоих братьев. Да. Нет. Где я? Мейпл, это я. Джордж? Джордж. Как я здесь оказался? Ты долго был без сознания. Они нашли тебя у реки. Они хотят знать. Их брат был с тобой, Азбек? Да. Я... Что? Мне конец, да? Боюсь, что да. Это не важно. Слушай. Я нашел их. Кости? Нет, не кости. Живых динозавров. Что? Иди.
Иди, сделай это за меня. Скажи, что? Скажи Аманде. Я любил ее. Любил ее. Мейпл. Мейпл. Я обещаю. Лондон, месяц спустя. Сейчас это кажется глупым. Вот он я, пробирающийся на лекцию о живых динозаврах. На лекцию профессора Челленджера, известного тем, что он морочит голову подобным мне журналистам. Но здесь были представители всех газет, и в этом я не был одинок. И все для того, чтобы сделать свой первый репортаж. Откуда я знаю? Откуда я знаю? Я знаю, потому что я был в их логовищах. Я знаю, потому что видел живых динозавров собственными глазами. Ложь! Кто назвал меня лжецом? Кто назвал меня лжецом? Покажитесь! Вы обвиняете меня во лжи? Нет, сэр, нет! Тогда сядьте на место. Если кто-нибудь сомневается в моей честности, я готов поговорить с ним после лекции. Он такой же, как вы все. Вы поднимаете насмех ученых, отдающих свои жизни за развитие научных знаний. Вы преследуете гениев и пророков. Великих людей. Галилея, Дарвина. А теперь меня. Посмотрим слайды. На вершине этих монгольских скал был обнаружен затерянный мир. Он оставался неизменным миллионы лет, и там до сих пор сохранились живые динозавры. До наших дней. Вздор. Абсолютная чепуха. Профессор Челленджер, вы утверждаете, что в наше время в Монголии живут динозавры? Да, профессор Саммерли. Именно это я хотел сказать. Господа, у меня есть неопровержимые доказательства. Жалкая подделка. Мы постоянно с таким сталкиваемся. Лорд Томас, разве мы не ученые? Разве не наш долг расширять границы научных знаний? Я прошу только дать мне возможность доказать, что я прав, а профессор Саммерли ошибается. Я согласен. Это возмутительно, лорд Томас. Но с одним условием, мистер Челленджер. Вы позволите профессору Саммерли сопровождать вас, чтобы обеспечить научную целостность экспедиции. В конце концов, вы зоолог, а не палеонтолог, как профессор Саммерли. Честно говоря, лорд Томас, ехать в Монголию, чтобы опозорить профессора Челленджера, я считаю, что... Хорошо. Я принимаю ваше предложение, если этот пророк возьмет меня с собой. Решено. Итак, Челленджер, сколько вам нужно денег? Примерно 10 тысяч фунтов. Позвольте представиться. Оскар Пери. Я готов профинансировать экспедицию профессора Челленджера. Более того, хочу добавить, что я заплачу 100 тысяч долларов первому, кто привезет мне живого динозавра, которого я смогу показывать людям в любой точке нашей планеты. Что ж.
Я согласен. Договорились. Я также обеспечу вас надежным помощником. С вами поедет мой компаньон. Он очень разносторонний человек. Он приобрел широкую известность, сотрудничая с Национальным историческим музеем. Здравствуйте, Челленджер. Джон Рокстон. Я прекрасно осведомлен о репутации мистера Рокстона. И могу вас заверить, что его меньше всего интересуют научные открытия. Мои интересы меняются с каждым днем. Участие Рокстона в экспедиции не обсуждается. Это мое условие. Хорошо. Рокстон. Мне понадобится помощь профессионала. Но вам придется подчиняться моим приказам. Конечно, сэр. Все, как вы скажете. Господа. Профессор? Артур Мэлоун, Лондон Газет. Как вы будете взбираться на скалы? Я... Вы слышали о Девонском клубе любителей воздушных шаров? Нет. А я его президент, мы сможем вам помочь. Подняться на воздушном шаре? Именно. Это интересно. Значит, вы журналист? Да. Умеете подчиняться? Если запахнет хорошим репортажем, я сделаю все, что угодно. Это неплохо. Интересная идея. Хорошо. Профессор Челленджер. Сильно опоздавшая леди? Меня зовут мисс Уайт. Вы знали моего отца, Мейпла Уайта? Аманда. Конечно, я знал. Нам надо поговорить. Но не здесь и не сейчас. Отлично. Тогда я поговорю с профессором Саммерли. Подождите. Господа, извините нас. Итак, я еду с вами. Простите. Я понимаю ваше возражение, но уверена, что такой благородный человек, как вы, который умеет воздавать должное достойным людям, захочет, чтобы в экспедиции кто-то представлял интересы моего отца. В конце концов, вам поверили только благодаря его рисункам. Я хочу получить их немедленно. Когда он умирал, я пообещал ему, что завершу его работу. Вы были с ним, когда он умер? Да. И он просил меня сказать вам, что любил вас. Теперь я знаю, что вы лжец. Мой отец никогда не говорил, что любит меня. Дело в том, мисс Уайт, что я отправляюсь искать динозавров, животных, убивших вашего отца, и это очень опасно. Я знаю, что это опасно, профессор, но я должна это сделать. Я еду. Это научная экспедиция, и мне нет места наблюдателям. Я получила диплом антрополога в Гарварде. Сейчас я работаю над докторской диссертацией в Чикагском музее национальной истории. Я лучшая в своей области. Я никогда не буду наблюдателем. Встретимся завтра. До свидания, профессор. Первые две недели путешествия ничем особенным не запомнились. Достаточно сказать, что мы использовали все виды транспорта. Какой потрясающий вид.
Несомненно. Интересный браслет. Африканский, не так ли? Банту? Близко. Их соседи суахили. Охотники на львов. Хотите, подарю? Нет, я не могу. Пожалуйста, возьмите. На счастье. Спасибо. Пожалуйста. Что вы думаете? Сможете что-нибудь сделать? Да. Я бы не прочь что-нибудь сделать с Амандой. Она такая сладкая. Держитесь от нее подальше. Мы что, ревнуем? Нет, но я обещал заботиться о ней. Как благородно. Все в порядке? Да. Довольно долгий путь, чтобы показать всем, что ты лжец. Унизительно, правда, Мэллоун? Зато будет о чем писать в вашей газете. Многие лжецы расширили горизонт человеческих знаний. Я надеюсь к ним присоединиться. Что это? Это вулкан. Вулкан. Замечательно. Мы должны остановиться. Где он? Я так не думаю. Он хочет остановиться. Ни за что. Не останавливайтесь, Рокстон. В чем дело, Мэллоун? Не знаю, пусть остынет. Похоже, что-то с вентилятором. Вы должны с этим что-то сделать. Я не собираюсь провести всю оставшуюся жизнь в этих забытых богом краях. Вы мне еще не рассказали про вашу работу в музее. Чем вы там занимаетесь? Он мне рассказал. Вы видели в музее красивые чучела животных? Большинство из них убил Рокстон. Зато люди могут посмотреть на животных, которых раньше не видели. Но проблема в том, что благодаря вам многие виды уже на грани вымирания. Такова жизнь. Такова смерть. Мэллоун? Это похоже на самую крайнюю точку Земли. Здесь очень красиво. Через пару дней мы встретим туземцев. Мэллоун, Джина на Айсбриге. Очень приятно. Джина? Джина. Прошло 2 недели, как мы проехали вулкан. Я начинаю нервничать от того, что вокруг совсем нет людей. Должно быть, это самое одинокое место на Земле. Наш вездеход, наконец, не выдержал. Мои попытки починить его потерпели неудачу. Профессор Саммерли, если вам нужен этот никчемный инструмент, несите его.
сами. Могу я спросить, сэр, в качестве кого вы отдаете все эти приказы? Можете. В качестве руководителя экспедиции. Должен вам сказать, что не признаю за вами это право. Неужели? И кем же я, по-вашему, являюсь? Вы человек, чья честность поставлена под сомнение. И все эти люди, они судят вас. Вы путешествуете со своими судьями. Боже мой. Ну что ж, ведите вы. Я пойду следом. Если я не главный, ведите людей сами, профессор. Мы были очень опечалены смертью одного из проводников. Но уход всех наших носильщиков сильно осложнил наше путешествие. Теперь нам предстояло самим нести все снаряжение. И это в конечном счете сплотило нас. Челленджер, это безумие. Мы понятия не имеем, что прошлой ночью убило этого беднягу. Это могло случиться с любым из нас. А вы продолжаете упорствовать в своей глупости. Послушайте, профессор, вы мне нравитесь. Если хотите вернуться, прошу вас. Я же намерен доказать существование динозавров и свою правоту. Никто не обещал, что будет легко. Вы можете уйти или остаться. Отлично. Я остаюсь. Хорошо. Но только чтобы доказать, что вы полный болван. Ты хорошо говоришь по-английски. Нет, что вы. Меня учить отец Кампу, французский миссионер. Он должен быть хороший учитель. Нет. Но вы меня учить хорошо, да? Это береза. Видишь, дерево? Да. Это орел. 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 Хорошо, отправляемся. Все, отправляемся. Уже скоро, Челленджер? Совсем скоро. Мы близко. Сюда. Челленджер? Это здесь!
Кажется, мы на месте. Потрясающе. Профессор, теперь вы верите? Что ж, я признаю, что плато существует. Но нужно еще доказать, что оно населено хоть какими-то живыми существами. Упрямый старый осел. Мэлоун, нужно приступать к сборке. Челленджер выбросил большую часть моего снаряжения, но это должно быть где-то здесь. Конечно. Динамит? Рокстон, зачем это вам? Не помешает. Я умею с ним обращаться. Что вы от меня хотите? Вы должны были сказать, что мы несем динамит. Я делаю все, что вы велите. Вы должны были сказать. Откуда я знал, что я должен отчитываться? Вы хотите убить нас? Мисс Уайт. Мэлоун, собирайте шар. Мы не закончили Челленджер. Челленджер! Челленджер! Что это? Мисс Уайт? Да. Сюда. Рокстон! Сюда! Челленджер, сюда! Господи. Нет. Нет. Помогите. Нет. Нет. Убирайтесь. Нет. Нет. Помогите. Челленджер. Помогите мне. Заберите меня отсюда.